Шар Гейм. Всем доброго времени суток. Вы находитесь на канале Шар Гейм, и в этом коротеньком видео я расскажу о сайте под названием Steam Gifts, на котором можно действительно выиграть ключи к играм в Steam. Ссылку на него я оставлю под этим видео. С данным сайтом есть ряд немаловажных нюансов, которые ограничат вас с выигрышем или вообще не дадут зарегистрироваться на нем. Ведь если общее число купленных игр в Steam не достигает $100, то вы останетесь за бортом, обнаружив при входе плачевную рамку, в которой будет сказано об этом. В моем случае порог превышает это число, и оказавшись на сайте, мне всего лишь нужно будет вступать в раздачи с играми, теряя при этом баллы. Максимальное число баллов 300 единиц, и они со временем сами пополняются, давая нам право снова и снова участвовать в розыгрыше. Войдя в раздачу, нажав по кнопке Enter Giveaway, мы подадим заявку, и у нас отнимут определенное число баллов. Так как выиграть ту или иную игру желающих много, то из-за этого шанс на удачу сводится к минимуму. Но на этот случай у сайта есть хитроумная система, которая разделяет раздачи по уровням от 1 до 10. И чем выше уровень, тем участвующих в той или иной раздаче меньше. Так как, допустим, в раздаче с третьим уровнем аккаунты с низким уровнем не участвуют. Чтобы поднять уровень, нужно создавать раздачи игр, теряя при этом свои гифты или купленные ключи. У меня по этому поводу потребительское отношение, и на нулевом уровне мне ничего не мешает выигрывать игры. Как только вы окажетесь победителем, нас об этом оповестит веселая рамка с котенком, а после перекинет к выигрышному ключу, который нужно будет скопировать и активировать в Steam. И еще не забывайте о том, что выигранные ключи необходимо активировать на своем аккаунте. Ни в коем случае не вздумайте создавать из выигранного ключа раздачу в Steam гифте. В противном случае вы можете получить бан на недельку-другую. Как только активация пройдет успешно, не забывайте ставить флажок напротив надписи Resaved, означающий, что вы ключ успешно приняли. На этом мое видео подходит к концу. Если оно вам показалось познавательным, ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас возникли вопросы. Ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ведь каждый новый подписчик мотивирует меня создавать новые, довольно интересные ролики. На этом все. Всем удачи, до скорых встреч на канале Shark Game.